Друзья, всем привет! Никто мне не написал в комментариях, как готовить эту жайму какая-то. Я не знаю, как ее готовить. В общем, буду готовить, что сама придумаю, как говорится. Я вообще не знаю, как и что. Купила, зачем сама не знаю, если готовить не умею. Вот. Отмыла казан, сковороды все отмыла, посуду. Так. Две некрупных моркови, вот две луковицы, разогретый казан. Так, засыпаю морковку. Так, режина помогает в процессе, да? Режинусь. Так, сейчас обжарим морковь, потому что она более плотная, чем лук. Ой. Сейчас обжарю морковь. Так, пока лук нарежу, я на паузу поставлю. Так, друзья, морковь должна где-то минут 5 хотя бы обжариться как следует. Так, лучок я порезала. Сейчас я его через 5 минут засыплю. Туда я еще засыплю укропчику. А, у меня остался укроп вчерашний. Так. Можно еще лучку туда засыпать. Так. Что еще-то? Больше ничего, наверное, не надо. Я так думаю. А, ну, томат, естественно. Вот, ну, фарш и воды. И буду варить их как бы в бульоне. Никто не написал, никто не знает, что это такое и как это готовить. Что это такое? И как это готовить? Мне никто ничего не написал. Никто, наверное, ни разу в жизни не готовил такое. Я не знаю, что это такое, но тут много за 35 рублей. Я две пачки купил, кстати. Иди тебе за помощь. Ты же помогал мне. Иди. Иди, иди, иди. Да, да, да. Буду в бульоне готовить, потому что такие большие, я не знаю, как там. Сделаю как бы бульон. Соль, естественно, тоже подсолю. Так, ну я засыпаю лук. Потому что все равно я же буду варить бульон. Так, сейчас я открою лук. Открыла лук. Это вот такой вот зеленый лук. Сейчас еще маслице добавлю. Масла маловато, масла надо много, побольше. Сейчас масло еще добавим. Сейчас сальцы еще добавим. Почти чайную ложку соли. Чайную ложку соли без верха.
Сейчас лук немножко подрумянится, морковки я пока на паузу поставлю. Я фарш. Так. Так, друзья. 5 минут обжаривался лук с морковкой. Вот такой вот. Запах идет необыкновенный. Укроп, лучок. Все посолило, все. Морковка, все. Лучок зеленый. Вот, морковка уже мягкая стала, я попробую ее. Так, теперь засыпем фарш. Режин, ты умучил, я тебе уже 2 раза давал. Сейчас дам еще попить. Да, конечно. Мне неудобно одной рукой. Эмиль у Димы тусуется. Все, нашел себе папу приемного. Все с компьютером там ему что-то налаживает. Говорит, все сделал. Так, теперь я сейчас как следует поставлю на паузу, перемешаю фарш. И буду под крышечкой фарш еще 5 минут томить. Огонь порядочный включен. Но буду посматривать, помешивать. Так, друзья, фарш дал сок. Как будто бы, я не знаю, почему столько жидкости. Вот. 5 минут прошло. Сейчас я сюда налью воды. А, где-то 500 грамм, ну, пол-литровой банки. Когда вода закипит, я добавлю вот эти. Как их там? Жаймы какие-то. И буду готовить до готовности. Тут даже не написано ничего, сколько их готовить. Все взломал, Виндусь. Все взломал, Виндусь. Ну, Дим теперь доволен? Да, все. Ему. Я думал, ты усыновился. Ой, забыл ему название таблетки ты записать. Ну, батареечки. Че он тут тебе, подарок подарил, что ли? Да, подарок. Покажи, что это такое. Короче, сюда вода заливается. Видишь, тут насосик. И он будет качать воду. И будет вот этот шар, знаешь, как быстро крутится? Ну-ка, переверни нам, покажи, что это такое есть тут. Ой, сейчас что воду бы не пролить. С лошадью и пальмами. Жаль, что не с конем. Это и есть конь. А, ну понятно. Лошадь, конь, какая разница. Сейчас протру. Ну а как хоть работает, не покажешь нам? Покажу. А, ну ты пока протирай, не торопись. А я тут вот готовлю. Чего готовишь-то? Ну, это какая-то жайма. Никто не написал мне, как готовить. 30 человек посмотрел, никто не знает, как это готовить. Никто, наверное, ни раз в жизни не слыхивает, какая-то жайма-то. Подожди, ты там где-нибудь? Тут. Где тут-то? Тут все занято у тебя? Занято. Выключи зарядку. Зарядку выключи. Эмиль, я только-только настроил зарядку. Я боюсь это, я снимаю. А что ты именно тут-то? Тут показывают. Захотел. Сейчас. Ему надо помпу накачать сначала. Помпа. Режин, иди в Караганду, я давал тебе фарш. И кошке твоей, как ее, котенку. Сейчас он раскрутится. Сейчас. Накачает помпа. Сейчас. Помпа накачается. Эмиль, а он льется. Это сейчас сильно лилось из-за того, что я шарик убрал. Сейчас это все сделается. И тут стол вот так в диагонали. Фиготень какая-то. Сейчас она раскрутится, ей надо дать раскрутиться. Опа, видишь, она тихонько. Сейчас раскрутится. Ой, годно он тебе отдаст, как будто. Мы сейчас включали у него. Она крутилась, знаешь, как быстро. Сейчас она раскрутится. В помпе давление надо набрать.
Знаешь, как ночью красиво? Она раскрутится сейчас. Как водопад, что ли, течет и журчит? Да, журчит, журчит туда-сюда водичка. Сейчас ей надо дать раскрутиться. Может, она еще и неровно стоит. Опа. Что такое? Опа, видишь, как быстро? Да, да, да. Было неровно, неровно. Нужна ровная-ровная поверхность. Глянь, как. Сигарит. Это он подарил, что ли? Да, знаешь, сколько такое? За то, что компьютер делал? Да, 1500 такая стоит. А, это из-за того, что неровность. Да, неровность. Тут капелька нужна, вот так вот, вот. Да. Всего лишь капелька. Знаешь, какая красота? Все, винду взломал, я хацкер. Хацкер это хакер. Просто это. Ну, это надо что-нибудь подставить. Ну да, тут неровный стол, он неровно стоит. Вот тут будет нормально. Знаешь, как раз? Гляй, какая тихая, мам. Угу. Тихая, да, водичка журчит и журчит. Ну, протрешь все. Да. Она чистая вообще. Да пыль немножечко, капельку. Ой, да хватит, то сейчас будет от меня пыль еще больше. Ну, выключай и устанавливай там куда-нибудь все это. Подбирай местечко там. Ну, короче, все этим занимайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, попробуем половинку? Да подожди ж ты, какой половинка? Это сырая, ёкованный Эмиль. Что ты тут тупишь? Сейчас ты поешь, ёкованный, а? И попробуй, что за тесто вообще. Какое тесто? Смотрите, ой, фигня какая. Это, включи мне зарядку-то. Если у меня сейчас разойдется, я это тогда... Бомбить буду. Бомбить буду просто сверхъестественно при том. Так, чтобы она только включена была. Так, это, сейчас открой мне... Поесть что-то сделаю? Поесть готовлю, Эмиль, я не метеор. Видишь, вот готовлю. Капец, я 3 часа там специально. Капец, ставлю. Сосиски поешь, капец. У меня только закипает, вот пока даже пенка еще. Это, открой мне, пожалуйста, соус этот какой-то. Я закладываю. Чего, сил нету. Ля, я у него бинты эти оставил. Ля без матов. Ля, это просто ля. Пойду бинта забирать. Эти бинты 200 рублей стоят. Нет. Передай этому Диме, блин. Благодетель великой. Мат Дега, я смотрел, это Дега. Какая Дега? Дега, это компания. Компания дорогая. Эмиль, у меня мигает эта зарядка. Ох-ох-ох. Мне пофиг. В общем, я пока на паузу поставлю, я сейчас их уложу эти. Ну как, ладно. Дега эти. Да. Эти листы. Ты хочешь на видео объясню? Короче, как я снял пароль? Я не смог так, как снять пароль переименованием команды CMD, переименованием в set SCHI, SCHI, ладно, SCHI будем звать. Короче, вот когда есть ты эти файлы меняешь, то, ну, переименовываешь, как создаешь, ну, это надо там все объяснять, это долго. Ты 5 раз кликаешь Shift, 5 раз, у тебя появляется командная строка, командная строка, да. Ты туда вводишь с большой буквы N английскую net user, и уже нажимаешь 2 раза там Enter. Не сработало. Винда так как не 32-битная, а 64-битная максимально. Там уже защита получше. Но я все равно сделал. Я, короче, через эту командную строку прописал regedit. И в regedit уже поменял там в сам называется папка большими буквами, сам английскими. Туда уже сделал, переименовал под строчкой 2038, после нее идет пробел 11, я убрал единичку, поставил 10. Перезагружая компьютер, создается новый пользователь этим, так как изменена строчка, создается новая учетная запись под названием администратор, в нее заходишь, компьютер, свойства, и уже через эти... Так, все. Через новую учетную запись я уже сношу с той учетной записи, сношу все, пароль. Все. Уже Нюша, вы проснулись, давайте. Ну, я так и не рассказал. Говори, что. Сношу пароль уже, ну, просто введить новый пароль, просто пустой оставляю, ну, без пароля. Перезагружаю опять компьютер, захожу с той учетной записи, на которой был пароль, и уже через нее удаляю ту учетную запись, которую я создавал другую, левую, так сказать. Так я только смог снести пароль, но я снес, все нормально сделал. Устанавливаю, да, фонтан, протираю этот свой
Фонтан! Фонтан. Иди отсюда. Люби. Фонтан Люби назовем. Фонтан Машадей. А, томат я не стал добавлять, друзья. Пошел он далеко. Передумал я, да. Я покушала все. Все очень вкусно. Ну, получилось у меня вот так вот. Вот, не знаю, как там, что, короче. Димашкин говорит, короче, а ты сможешь мне какую-то музыку на эти диски записывать? Я говорю, конечно, смогу. Меломаном стал? Ну, он же любит. Не скажу, какую. Какую же он слушает? I want no secrets. А, ты не скажешь, какую. I want the secrets. Так. Ну, тесто такое нежное-нежное, Эмиль. Вкус? Да ладно. Да ладно, да. Вкус, конечно, оригинальный. Так я это говорил. Сейчас наложу. Сейчас не в кубович говорю. Да. Нюш, смешной, да, получилось? Пиша Бугов. Ну, вот так вот. Ну, это вкусно, реально. Ладно. Я сразу говорю, сейчас я на... Сниму, о, компьютер мой включился. Завелась моя топ-машина. Режин, уйди, а, режим. Не трогай только. Давай тебе двое. Вот это вот очень вкусная штука. Я буду, если будет возможность когда-то, еще покупать. Мне понравилось. Ты что, Эмиль? Бери свою порцию. Мам, накладывайте, мам. Мам, накладывайте тоже. Куда сосиски? Я фарш 700 грамм потратила. Отойди. Что? Окаянная. Давай, хватит. Окаянная. А? Не заносись такие а слова. Вот окаянная, так это рыжина. Это рыжин, да, действительно. А я мне чуть-чуть я ей уже дала и фарш, и все. Это, все, приятного аппетита, на здоровье. Не знаю, как это правильно есть. Это правильно, есть обыкновенно, молча. Просто брать и выливать. Просто брать и кушать. Да. Но само тесто вкус, ты поверь мне вот только, спасибо. Что вкус оригинальный. Спасибо. Такой нежный, нежнейший. Вот. Не объясни. Да ладно. Ну, блин, все с своими фокусами. Да ладно. Фонтанчик мне протирать придется, да? Нет, мне. Так, ну ладно, друзья. Всем пока. Да ладно. Всем пока. Вот так вот я приготовила, как смогла, как говорится. Да ладно. Вкусно, да и ладно, да. Ну, давай, всем пока. Еще раз это добавить. У меня зарядка сейчас. Все. Я боюсь видео удалить, я тебя удушу. Чао. Надо протереть его. Да что протирать? Ну, красота, только ночью не описывается, а то журчит. Этот комментарий не требует комментария. Этот комментарий, да, не требует. Молодец. Ну, красиво, красиво. Ты знаешь, какой этот шар тяжелый? Он там под кило весит. Угу. Этот шар, знаешь, какой тяжелый? Не беру. Так, ну все. В твоей голове. Всем пока.